Российские военные следователи запросили у азербайджанских коллег помощь в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что в ходе расследования возникла необходимость в проведении ряда следственных действий, в частности, уточнение личности ряда подозреваемых, а также некоторых обстоятельств данного происшествия. В этой связи в Азербайджан направлен запрос об оказании международно-правовой помощи, сказал собеседник агентства, добавив, что вопрос о предъявлении обвинения в убийстве российских военных пилотов будет решен только после получения соответствующих материалов. Поскольку речь идет об иностранных гражданах, которые не могут быть выданы, российская сторона, скорее всего, направит материалы следствия в Баку для привлечения к ответственности виновных, пояснил источник. Напомним, что 9 ноября 2020 года в 18:30 на Нахчеванском участке азербайджано-армянской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации. Азербайджанская сторона принесла извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона также выразила искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации.